Я пишу записки о здравии врагов и тех, кто меня не любит, но мне это тяжело дается, так как я, видимо, не понимаю, зачем. Как понять, зачем молиться за врагов? Какая будет от этого польза? Я понимаю, что польза есть, но не могу понять, в чем. Я в душе их простила, но сложно молиться из-за памяти о них. Хочу понять, чтобы мне легче молиться о них, пишет некая аноним. Когда вы молитесь о враге, о злом человеке, то вы молитесь не о том, чтобы ему была Божья помощь в его злых делах. То есть вы не молитесь, например, о воре, о том, чтобы он там украл и смылся. Там, или о блуднике, чтобы он как можно дольше блудил, как бы и не терпел никаких неприятностей. А вы молитесь о враге, чтобы он прекратил это и исправился, и пришел в разум истины, и возгнушался своей деятельности, и стало ему стыдно. Вот так нужно молиться о враге. То есть ваш враг, например, там, как-то там ущемил вас в имуществе там, или в деньгах. Допустим, ваш начальник не выплатил вам выходное пособие по работе, там, обманул вас. Вот. И вы должны за него молиться. Молиться, да, то есть, Господи, пробуди ему совесть. Открой ему глаза. Научи его покаяться, исправиться. Вот такая молитва о враге всегда уместна. Молитва о враге – это не пожелание ему просто житейского счастья и продолжения коснеть во грехе. Это пожелание ему исправиться. Вот так можно молиться о каждом грешном человеке.